За две недели до западного христианского праздника Рождества в столице Латвии прошел полуторакилометровый забег Санта-Клаусов. Около 300 молодых людей, переодетых в традиционные красно-белые костюмы любимого детьми волшебника, пробежались по центральным улицам Риги. Цель мероприятия – благотворительность, а именно сбор денег для местных детских приютов и рижского отделения международной организации «Армия спасения». Благодаря взносам участников забега и плате за аренду костюмов, благотворительные фонды получили за это в этот раз около 7 тысяч евро. Нынешний забег уже шестой по счету. Впервые это мероприятие прошло в Риге в 2008 году и с тех пор стало популярной ежегодной традицией.